Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Final Fantasy 7. Итак, у нас 14-я серия. Что ж, поехали. И деревенька. Оп, куда назад пошел? Да, кстати, это деревенька. У нас из рассказа про Сильферота. Итак, что? Все же должно было сгореть, разве нет? И я так думал. Тогда почему мой дом тоже стоит на своем месте? Что за хрень тут творится? У меня что, глюки? Я не обманываю. Я помню яростный жар пламени. Да, если вы помните, да, из рассказа там... У нас все очень сильно сгорело. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, подождите, спать. Я думаю, спать не будем. Он же нам спать предлагает. Привет, добро пожаловать. Мне нужна комната. Так, расскажите историю. Этот город должен был сгореть дотла 5 лет назад. Что за чертовщина здесь происходит? Господин, не говорите такие ужасные вещи. Я родился и вырос в этом городе. Того, о чем вы говорите, никогда не было. Вы лжете. Простите меня, но это хамство. За такие слова я вынужден попросить вас уйти. Мужчина в черном плаще? У него татуировка с номером 6. У него что-то есть. Получен исток удачи. Надо идти на восток. Соединение. Так, подождите. Давайте посмотрим просто. Здесь какие-то вещи могли открываться. Надо все обыскать будет. Сундучки могут открываться, там какие-то шкафчики. В общем, надо этот посмотреть. Так, ну что ж. О, высшее зелье, перо. Феникса палатка. Магазинчик даже есть. Милое местечко, а? Я уже давно веду здесь свои дела. Ты врешь. Как тебе этот городок? Да, я в нем родился и вырос. Я жил здесь, пока мне не исполнилось 14, но я не помню тебя. Обманывать нехорошо. Да, друзья, здесь, наверное, что-то все-таки происходит. Нет? О, еще один. У него татуировка с номером 12. У него что-то есть. Получен эликсир. Ты слышишь голос Сефирота? Так, давайте посмотрим, здесь можно? Нет, здесь нельзя. Вот еще. Блин, неужели все закрыто, ничего не работает? Получен исток удачи. Воссоединение. Воссоединение. В
какие-то мутные тут эти в черных плащах сидят. Так, давайте посмотрим. Это дом Тифы. Нужно передать это Сефироту. Тогда станем едины с Сефиротом. У этого парня номер 5. Блин, вообще все закрыто. У него татуировка с номером 11. Получен турбоэфир. Круто, нужно идти в воссоединение. Татуировка с номером 4. Получен платиновый кулак. Кстати говоря, где же ты, великий Сефирот? Так, подождите, экипировка, платиновый кулак. Да, он послабее будет. Так, давайте еще посмотрим экипировка. Ничего сильнее у нас нету. Поиграть на пианино. Подождите, здесь на самом деле тоже был какой-то секрет. Как же это делается? Так, я помню. На самом деле, я не помню, если честно. Так, и, собственно говоря, его комната. Что такое? Я хочу услышать твою историю. Я жил в этом доме, пока мне не исполнилось 14. Но городок сгорел дотла. Ты должно быть болен, если говоришь такие вещи. Убирайся отсюда. Прикольно. Такое ощущение, как будто нам вживили воспоминания. Вот тут еще есть. О, он зовет, Сефирот. Нас зовет. Великий Сефирот уже рядом. Внутри, внутри поместья. О, великий Сефирот. Какие-то, блин, больные. Ладно, пойдемте в дом. Я должен избавиться от всех, кто стоит на пути моих исследований, даже от того турка. Я преобразовал его и погрузил в сон в подвале. Если хотите его найти, поищите там. Но это всего-навсего придуманная мною игра. Вам вовсе не обязательно принимать в ней участие, если вы не хотите. Кажется, там еще одно письмо прочитать. Поворачивайте диск сейфа осторожно, но быстро. У вас 20 секунд. Во время набора нельзя проскакивать через нужные цифры. Вот 4 подсказки насчет цифр. Ключ 1. Крышка ящика, где полно кислорода. Крышка ящика, где полно кислорода. Так, давайте посмотрим еще второй ключ. Где синий рек звучит в слоновой кости. Слушайте, какая-то прям несуразица. От скрипящего пола возле кресла на втором этаже дальше 5 шагов налево. 9 шагов наверх, 2 шага налево и 6 шагов вверх. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Здесь тоже ничего нету.
Да, слушайте, здесь опасно. Если мы тут деремся постоянно. Оу. Так, отлично. Блин, слушайте, я только стрелять походу надо. Обалдеть, ну ты парень даешь. Давай поджарим. Ну, плохо жарится. Блин, нифига себе, он этот счастливый чувак. Во. Давай, Клауд. Ай, черт, жалко. Обалдеть, сколько у него жизни-то. У нас земля уже второго уровня. Ну, мы, к сожалению, его не трогаем. Я не знаю, что играть. О, сундук. Сверху тоже сундук. Ух ты, ёб твою мать. Это же конфуз, твою мать. Твою мать. Ну, она сейчас всех поубивает. Так, подождите, у нас что-нибудь от конфуза есть? Нет. Получена двойная гадюка. Так, как нам вниз пробраться-то? Блин, опять эти твари. Твою мать. Куда ты? Чёрт. Против них, отлично.
ёптерный театр. Ракетница, подождите. Блин, опять. Стоп. Кстати, двойной рост. Нормальный. Да, у него слотов больше. Блин, она... О, сейф. Ну, коды у нас мы помним. Так, вправо 36. Влево 10. Вправо 59. Ай, блин, вправо 97. Так, подождите. 36, 10, 59, 97. Твою мать. Если проскочил, все. Что с этим сейфом? Девять, 97. Получилось. Твою мать. Ой-ой. Пень. Ты чё, сука? Сканировать надо. Триста восемьдесят четыре всего. Тридцать пятый, 200. О, 6000 у него, нифига себе. Отлично. Сот. Отлично. Отлично. Блин, вообще супер. Надеюсь, ты бар это тоже. Давай, давай, бей побольше. Ох ты, нифига себе, молодец. Критический удар. 30? Да ну, блин. Ой-ой-ой, слушай, там у нас защиты. Обалдеть, нахрен. Твою мать, убили его. Скоты. Тварь позорная. Призыв, а я уже ничего не могу делать. Тварь. Тварь. Блин, а?
Ну давай. Скотина, мать твою. Блин, поспешил, ладно. Давай. Обалдеть, как мало. Твою мать. Черт, вонючий, суть Тифа 11, блин, все, мне надо клубы эфир дать. Наконец-то, вообще жесть. Так, предмет ключ от подвала. Так. Подождите. Ну это пипец, честно вам скажу. Один. Так, ну давайте посмотрим, вместо чего. Прикрытие. Давайте на прикрытие уберем. Ну, потому что, блин, тут что-то прикрывать уже стало очень опасно. Твою мать! В зеркала нельзя бить, по-моему. Черт, смотрите, обратно сейчас выстрелит. Твою мать! Причем два раза. Магию нельзя использовать. Да, слушайте, ничего себе, тут противнички пошли. Так, куда нам идти? Давайте сюда. Исток магии. Собственно говоря, в подвал теперь. Твою мать. We'll be right back.
твою мать. Так, слушайте, давайте мы поставим здесь стимулятор, чтобы активировать ярость. А, вот, кстати, ключ. Разбуди меня от кошмара. Кто это? Я вас не знаю, уходите. У тебя был кошмар? Я тебя того разбудил, можешь типа сказать спасибо. Кошмар. Мой долгий сон дал мне время для искупления. О чем ты? Мне нечего сказать незнакомцам, убирайтесь. Это поместье – начало вашего кошмара. Да не говори. Ты что-то знаешь? Так, поговорить о Сефироте. Как ты и говорил, это поместье – начало кошмара. Нет, это не сон, это на самом деле. Сефирот сошел с ума, он обнаружил тайны, скрытые в этом поместье. Сефирот? Ты знаешь Сефирота? Ты знаешь Сефирота? Начни ты. Так все и было. Так Сефирот знает, что его создали 5 лет назад, и о проекте Дженова. Он исчез, но недавно появился снова. Он отнял много жизней и ищет землю обетованную. Теперь твоя очередь. Простите, я ничего не могу сказать. Эй, ты брехло, бледнолицая. Слушать ваши истории было моей ошибкой. Теперь у меня будет больше кошмаров, чем раньше. Теперь, пожалуйста, уйдите. Вы еще здесь? Кто вы? Скажите нам хотя бы свое имя. Я работал в корпорации Шинра в управлении научных исследований, известной как Турки. Винсент. Винсент. Турки? Бывший член турков? Теперь меня с Шинра ничего не связывает. А вы? Клауд, бывший солдат. Вы тоже связаны с Шинра. Тогда, возможно, вы знаете Лукрецию. Кого? Лукрецию. Женщина, давшая жизнь Сефироту. Давшая жизнь? Разве не Дженова мать Сефирота? Это не то, чтобы правда. Просто теория. Его родила прекрасная женщина. Ее звали Лукреция. Она была ассистентом профессора Гаста из проекта Дженова «Прекрасная Лукреция». Эксперимент над человеком? Отменить эксперимент было невозможно, я не смог остановить ее. Таково было мое прегрешение. Я позволил той, кого любил, кого уважал больше всех, пройти через худшие испытания, а потом залез в коробку покемарить. Ну, не заливай. Так, подождите. Дайте мне поспать. Твою мать, что ж такое? Твою мать, что за хрень? $24,200, ладно.
Я подумал, что это босс, если честно. Молния 2? Да ты чё, охренел что ли? Дай, наверное, типа. Отлично. На, блин. Слушайте, мало. Черт, ну ладно, хотя бы так. Он магии боится. Давайте поджарим. А, ну все. Чего? Да, магию не любит. Гнида. Да сколько ж можно? Вообще жесть. Дайте мне поспать, дайте мне поспать. Так, ладно. Хочешь спать, спи. А у нас проблема. Эфир. Фак. Сефирот. Пребывание здесь навевает воспоминания. Собираешься ли ты участвовать в воссоединении? Я даже не знаю, что это за воссоединение. Дженова будет при воссоединении. Дженова присоединится к воссоединению, став бедствием, пришествием с небес. Дженова, бедствие с небес, ты имеешь в виду, что она не была древней? Понятно. Я не думаю, что у тебя есть право принимать участие. Я пойду на север, через гору Нибельм. Если ты желаешь знать, следуй за мной. Воссоединение, бедствие с небес. Материю кинул. Разрушение. Так, подождите, здоровье, мана плюс, да? Оживление, раму. Блин, у меня тут места нету даже. Огонь. Давайте посмотрим, что за разрушение. А, это барьеры. Все, ладно. Ну, это потом поставим. Отчет о беглецах 4. Остальное местонахождение объекта Б в настоящее время не определено, но последование не является необходимостью, так как его сознание ослабло. Ожидайте дальнейших инструкций. То есть я туда не могу пройти, да? Отчет о беглецах номер 1. Икс месяц, икс день. Двое беглецов были замечены возле Мидгарда. Ладно. Твою мать, а. Опять сейчас этот, наверное, кривой. О, нет. Твою мать. Чё лечатся они? Надо типа, чтобы магия использовала. Твою мать. А у нее нет все. Ладно, давайте. Так. Надо бы только выбраться отсюда и сохраниться. Палатку используем.
А, мы поспим в отеле, точно. Удар дельфина. Обалдеть. Так, дайте мне поспать. Ну, не хочешь, как хочешь, ладно. Стойте. Если я пойду с вами, смогу я увидеть Ходжа? Не знаю, но мы ищем его и Сефирота, так что думаю... Или поздно. Рано или поздно. Лукреция. Хорошо, я решил пойти с вами. Чего? Как бывший турк, я могу быть полезен. Ну хорошо. Да, здесь немножко уже такая. Блин, опять эти твари. Тифа, нифига себе, кастет с шипами. Да ёпперный театр. Вообще не попадает. Отсюда побыстрее выбираться из этого адского дома. Твою мать, а чуть-чуть не добежал. На, блин, скотина, нет. Твою мать. Да, слушайте, друзья, отсюда здесь вообще надо валить просто. Спать. Самое главное, чтобы мы восстановили всю, да, магию. Так, здесь мы сохранимся. Опа. Так понимаю, в горный массив куда-то пошли.
Да, здесь нам придется побегать. Насколько помню, здесь враги такие достаточно сложные. О, сундук. Конец он. Черт. Он что-то клал сегодня в ударе. Клинок. Это, кстати, по-моему, это наша. Оу. Так, стоп. Здесь у нас вино, здесь у нас двойной. Ё-моё. Здоровье плюс, шива, огонь, исцеление. Здоровье плюс. Критический удар, боюсь, что поставил. А что у него еще стояло? А, вот исцеление. Так, ну что ж. Да, здесь драк будет много. О, помните? Обалдеть. Только это куда? А, там еще сундук, слушайте. Плюс
плюс заколка. Что это такое? Блин. О. Ну опять вот. Может, лимит сейчас будет. Так, ну-ка. Трубы есть. Давайте по трубам. Сейф. Смотрите, здесь еще есть какие-то эти всякие камушки. Так, давайте сохранимся. Сундучок тут есть еще у нас. А, слушайте, здесь я уже облажался. Так. Хорошо, то есть и сохранился к тому же. Сначала надо было лестницу опустить, а потом уже... спускаться по трубам. Thank you.
Так, нам надо к боссу идти. Ой, эфир. Так, вещи, вещи, магия. Ну, придется нам как-нибудь потом еще сюда вернуться. Что поделаешь? Может, что-то не сохранилось. Теперь надо босса убить. Обалдеть. 38. 1300 осталось. Контратака. Вот эта тема. Так. Наверное, критический удар мы. Вот так вот сделаем. Пока. И экипировка. Окаменение. Паралич, окаменение. Давайте, наверное, на всякий случай поставим. Вышли.
слушайте, я забыл вылечиться. Так, давайте посмотрим, куда мы идем. За этой горой у нас есть город. Так, ну что ж, давайте здесь сохранимся. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, мы нашу 14-ю серию закончим. С вами был Сафир 3 Тройки на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.